Карапуз представляет. Привет, дружок! Сегодня собрались наши самые прикольные тачки. Собрались обсудить новую посылку. Это будет мой брат из моей серии тяжеловесов. Да ладно, ладно. Мы, роботы, тоже любим новые посылки. Расслабьтесь, ребята. Давайте лучше посмотрим посылочку и приступим. Окей. А вот и наша посылочка. Это известнейшая фирма, которую мы уже все полюбили, выпустила нового монстра спортивного. Да, дружок, это твой братик. Так что давай ее вскрывать и посмотрим, что находится внутри. Итак, мы вскрываем нашу посылочку и вытаскиваем наши внутренности. Да, вот, конечно, инструкция. И, судя по всему, пакет у нас не маленький. Ага. Вот, и наклеечки тоже, как видите, желтого цвета. Инструкция у нас различная. 11 этапов. Нет, 13 и на этой странице. И у нас должен получиться вот такой спортивный монстр. А точнее, с наклейками, вот такой красавец. Ну что, давай попробуем это сделать. Вскроем наши пакетики и высыпем все наружу. И вот такая у нас прикольная кучечка получилась. Посмотри, малыш. Да, кучка что надо. И теперь внимательно по инструкции мы начинаем. Поехали! Ну вот, мы собрали нашего супермонстра. Ты посмотри на его размеры. Мы-то думали, что вот этот чувак крут, а этот еще круче. Вот это колеса, вот это наклейки, вот это спойлеры, вот это пламя, вот это мотор и фары. Да. Надо будет бы гоночки устроить, но это уже, наверное, в следующий раз. Молния, ты как думаешь? Да не вопрос, устроить надо будет точно. А ты, робот, как? Я согласен. Вот такой, дружок, сегодня у нас спортивный монстр 2 вышел. Он очень классный, он очень быстрый. Ну что ж, до скорых встреч, не скучай, до новых гонок. Пока!